Начало рабочей недели в администрации района было ознаменовано проведением расширенного планерного совещания. Первым пунктом повестки стало приятное мероприятие. Закладка развития культуры Кашхабльского района, образцовое исполнение своих профессиональных обязанностей в связи с юбилеем, 60-летием со дня рождения, почетные грамоты администрации муниципального образования Кашхабльский район награждается Хаконов Хамед Схатбеевич, заведующий филиалом СДК аула Герухай. Награду вручил первый заместитель главы района Руслан Емыков. После этого участники совещания перешли к обсуждению основных вопросов, представленных на повестке дня. Особую важность имели такие аспекты, как перспективы развития сельских поселений, санитарное состояние населенных пунктов, обеспечение государственных муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна по обращениям граждан через многофункциональный центр. Кроме того, рассматривались и другие актуальные проблемы, которые требуют серьезных решений. В заключении планерного совещания перед участниками были поставлены задачи, которые необходимо решить в ближайшее время.